Пять лет назад неподалеку от Караганды экспедиция археологов Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова обнаружила предметы сакской эпохи. В результате раскопок были найдены предметы, которым больше 2000 лет. В 2009 году в выставочном зале Союза художников Астаны прошел вернисаж «Кызылдак Тумотана, Казахстан». Цель проведения выставки – сохранение разнообразия растительного мира в Казахстане, где произрастают 34 вида тюльпанов, 12 из них занесены в Красную книгу. September 18, 1865, член англо-французской экспедиции Эдвард Уимпер совершил первое восхождение на Маттерхорн. В 1955 году в Анахайме, штат Калифорния, Уолт Дисней провел транслировавшуюся по телевидению пышную церемонию открытия Диснейленда, грандиозного тематического увеселительного парка, воплощенный в жизнь волшебной страны, симпатичных героев и его знаменитых мультфильмов. В 1934 году родился Турлыханов Булат Турлыханович, заслуженный мастер спорта СССР. Воспитал не одно поколение именитых борцов, в их числе и семикратный чемпион СССР, Европы и мира Даулет Турлыханов.